Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта ЕГЭ70.ру. Меня зовут Елена, и сегодня мы с вами будем разбирать задание ЕГЭ по английскому языку. Итак, несколько слов о структуре занятия. Мы не ставим перед собой целью подготовить вас для сдачи экзамена на 100 баллов. Мы же предлагаем организовать вашу самоподготовку таким образом, чтобы устранить некоторые пробелы в ваших знаниях, если они есть, и еще раз проверить себя тем, кто уверен в себе на 100%. Для решения вам будет предложен ряд заданий, время подумать и написать ответ в чате. После этого вам будет дан правильный ответ, а также возможность задать вопрос по разбору решения каждого задания. Итак, начнем наше занятие. Сегодня мы с вами будем выполнять задание группы B4-B10. Суть задания. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами, в конце строк, обозначенных номерами B4, B10, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4, B10. Итак, задание B4. The heyday of the country house was the 18th century, and most of the examples that survive from this period. У вас есть одна минута на выполнение этого задания. Ответы пишите в чат. Итак, чтобы правильно преобразовать слово, нам нужно внимательно посмотреть, что стоит до пропуска и после него, и перевести предложение. Переводим и читаем только предложение с пропуском. Перевод таков. Расцвет загородных домов был в 18 веке, и большинство примеров, которые дошли до нас, именно из этого периода. Необходимо поставить глагол в правильную форму, то есть глагол to be во множественное число. Итак, правильный ответ – are. Переходим к заданию B5. Country houses not only displayed their fashionable and cultivated tastes, but were the center of a vast landed estate, providing employment to hundreds. У вас есть одна минута на это задание. Ответы пишите в чат. Итак, переводим предложение. Загородные дома показывали не только модный и утонченный вкус владельца, но также были центром обширной земельной недвижимости, предоставляя многим работу. Для того, чтобы показать, что что-то кому-то принадлежит, мы используем притяжательный падеж. Правильный ответ – owners. Переходим к заданию B6. Many country houses are worth just for a chance to experience the magnificent gardens that surround them. У вас есть одна минута на это задание. Ответы пишите в чат.
Итак, переводим предложение. Многие загородные дома стоят посещения, даже для того, чтобы посмотреть на превосходные сады, окружающие их. После такого выражения, как «be worse», «стоит чего-либо», что означает в переводе, используется герундий. Правильный ответ – «visiting». Итак, переходим к заданию B7. What a Palladian country house? У вас есть 1 минута на выполнение этого задания. Ответы пишите в чат. Итак, переводим предложение. Что создало загородный дом Палладио? Нам нужно всего лишь поставить глагол в правильную форму present simple. Итак, правильный ответ – makes. Переходим к заданию B8. There a passing fashion for Chinese elements in decoration. У вас есть 1 минута на это задание. Ответы пишите в чат. Итак, переводим предложение. Была проходящая мода на китайские элементы в украшениях. Необходимо поставить глагол в past simple. Как было написано в чате, правильный ответ – was. Переходим к заданию B9. This classical revival period by superb craftsmanship and design. Приступаем к заданию. У вас есть 1 минута на это задание. Ответы пишите в чат. Итак, переводим предложение. Этот период классического возрождения характеризуется превосходным мастерством и дизайном. Необходим пассивный залог. Правильный ответ – is characterized. Переходим к заданию B10. Among the best country houses of this later period is Harewood House, home to the Queen's cousin, the Earl of Harewood. A great day out for all the family. У вас есть 1 минутка, ответы пишите в чат.
Переводим предложение. Среди самых лучших загородных домов этого позднего периода загородный дом Хейрвуд, жилище кузена королевы, графа Хейрвуд, который обеспечивает выходной день для всей семьи. Необходимо поставить глагол в present simple, так как все предложение дано в этом времени. Итак, правильный ответ provides. Сейчас будет перерыв в 5 минут, и мы продолжим. Здравствуйте, меня зовут Аня, и сегодня мы с вами будем делать задание B2 базового уровня. Перед вами требуется установить соответствие между заголовками от A до H и текстами с 1 по 7. Затем занести свои ответы в таблицу. Нужно использовать каждую букву только один раз. Также есть задание один лишний заголовок. Пожалуйста, прочитайте заголовки текстов. У вас на это есть полминутки. И переведите. Хорошо. Вариант A – newspaper – газеты. Вариант B – TV – телевидение. C – books – book – книга. D – cinema – кинотеатр. Radio – радио. Internet – интернет. Magazine – журнал. Theater – театр. С целью экономии времени мой вам совет – не читайте все тексты сразу. Сначала мы прочитываем заголовки, а потом читаем каждый текст в отдельности. И уже будем подбирать ответ. Давайте прочитаем первый текст. Scientists in many countries worked to devise a system that could overcome the limitations of the telegraph wire. In 1895, Italian inventor Marconi transmitted a message
in Morse code that was picked up about 3 kilometers away by a receiving device that had no wired connection to Marconi's transmitting device. Marconi had demonstrated that the electronic signal could be cast broadly through space so that receivers at random points could capture it. The closed circuit in instant communication, bound by the necessary wires, had at last been opened by. The invention was called a wireless telegraph or radio telegraph because its signal moved outward in all directions or randomly from the point of transmission. У вас есть одна минута для того, чтобы подобрать правильный ответ. Правильный ответ И. Юра, ты молодец, ответил правильно. Чаще всего мы не будем переводить весь текст, нам нет такой необходимости. Нужно искать слова, которые показывают, что именно этот вариант ответа является верным. В этом тексте мы видим слово radio telegraph, то есть у нас уже есть слово радио, что помогает нам найти правильный ответ. Текст номер 2. First new editors assign new worthy events to reporters. The reporters research the events and write their own stories on computers. Copy editors edit the stories and write headlines for them. The stories go back to the news editor, who checks over the stories and headlines. Meanwhile, photographers shoot pictures to accompany the stories, and graphic artists create any charts and diagrams that will accompany the stories in the paper. У вас есть полминутки для того, чтобы найти правильный вариант. Ребята, вы молодцы. И правильный ответ A – newspaper. Мне кажется, в этом тексте нам помогает фраза «The stories in the paper». Можно, конечно, перепутать с журналом, но, мне кажется, про журнал у нас еще будет идти речь, и журнал, он более красочный, и там нет таких сложных процессов в его издании. Текст номер 3. Media and entertainment companies use it to broadcast audio and video, including live radio and television programs. They also offer online chat groups in which people carry on discussion using written text and online news and weather programs. У вас есть полминуты, чтобы догадаться, какой вариант ответа является верным.
И правильным вариантом ответа будет F. The internet. Конечно, можно было спутать с телевидением, потому что у нас здесь есть television programs. Но если мы прочтем следующее предложение, то мы увидим they also offer online chat groups. Они также предлагают онлайн-диалоги, в которых люди могут обсуждать что-либо, используя напечатанный текст, а также онлайн-новости и погоду. Текст номер 4. Periodicals are publications realized on a regular basis that feature articles, poems, stories, and other types of writing. Many periodicals also include photographs and drawings. Periodicals focus on more specialized material, and when they deal with the news, they tend to show in the form of summaries or commentaries. For centuries, periodicals generally appeared on fine paper, and at intervals longer than a day, weekly, every 2 weeks, monthly, quarterly, and even annually. У вас есть полминутки для выполнения задания. И правильным ответом будет magazine. Если мы знаем слово periodical, то это синоним к слову magazine, то есть журнал. Ну или периодическое издание журнала. Ну, мне кажется, это то же самое. Допустим, мы это слово не знали, то читаем, допустим, предложение. For centuries, periodicals generally appeared on fine paper and at intervals longer than a day, weekly, every 2 weeks, monthly, quarterly, or even annually. А веками журналы обычно появлялись на очень приятной бумаге в интервалах длиннее, чем один день. То есть неделя, каждые 2 недели, год, ну и так далее. То есть смотрите, можно спутать с газетой, да? Но книжка, она не может издаваться каждую неделю. То есть здесь мы все-таки должны сфокусироваться еще на смысле текста. Ну, смотрите, мы, допустим, если вы сможете перевести конец, но не можете перевести начало, то это ничего страшного. Текст номер 5. The invention was a lengthy collaborative process. An early milestone was the successful transformation of an image in 1884 by German inventor Paul Nipkow. His mechanical system, known as the rotating disc, was further developed by Scottish scientist John Logie Baird, who broadcast a televised image in 1826 to an audience at the Royal Academy of Science in London. У вас есть полминутки, чтобы сделать задание.
Ребята, вы молодцы. Правильный ответ B. Мне кажется, я даже голосом выделила эту фразу. A televised image. Которая нам подсказывает, что вариант B является верным. Так, чуть-чуть осталось. Шестой текст. A motion picture in a series of images that are projected onto a screen to create the illusion of motion. Motion pictures, also called movies, are one of the most popular forms of entertainment, enabling people to immerse themselves in an imaginary world for a short period of time. У вас есть полминутки, чтобы сделать это задание. Ребята, молодцы, и правильный ответ D. Cinema. Нам подсказывает слово в этом тексте movies. Сейчас я его найду. Угу. Ну или последнее предложение, да, которое дает возможность людям перенестись в выдумленный мир на короткий период времени. Ну, мне кажется, что именно кинотеатр способен это сделать. И последний текст, number seven. The arena stage places the stage at the center of the square or circle. Seating for the audience surrounds the stage. This stage offers more intimacy between actor and audience, since the playing space has no barrier separating them. У вас есть полминуты для выполнения задания. И правильный ответ H – theater. Первое слово, которое нам помогает, это слово stage – сцена. Ну и второе предложение, да, this stage offers more intimacy between actor and audience. Сцена как бы располагает, да, к определенному интиму между актером и аудиторией. И нету между ними барьера, да? То есть слово actors and audience тоже помогает нам догадаться. Итак, все, спасибо всем. Через 3 примерно минутки будет следующее задание. Всем пока.
Если меня хорошо слышно, пожалуйста, поставьте плюс в чат. Так, здравствуйте, меня зовут Надежда, и сейчас мы продолжим разбирать задание ЕГЭ по английскому языку. Раздел 3. Грамматика и лексика. Сегодня мы уже разбирали задания B4, B10, и сейчас продолжим с B11 и B16. Итак, первое задание. Прочитайте и преобразуйте слово. Текст называется Эдинбург. Итак, давайте прочитаем предложение, в которое нужно вставить слово. Built on ancient volcanoes and first established because of its secure and position, the capital of Scotland has become a crossroads. Итак, у вас есть одна минута, чтобы преобразовать слово и написать ответ в чат. Итак, давайте посмотрим на перевод и правильный ответ. Эдинбург – один из самых описываемых городов на Земле. Построенная на древних вулканах и изначально основанная из своего безопасного и укрепленного местоположения, столица Шотландии Эдинбург стала важным городом. Правильный ответ – defensible. В данном случае суффикс BLE указывает на то, что столица была способна защититься, то есть была укреплена. Итак, переходим к следующему заданию. Everyone who comes to Scotland today spends some time in this city. У нас есть слово practical, и у вас одна минута, чтобы преобразовать слово и написать ответ в чат. Итак, давайте посмотрим на перевод и правильный ответ. Фактически, каждый, кто сегодня приезжает в Шотландию, проводит какое-то время в этом городе. Так, правильный ответ – practically, как и было написано в чате. Переходим к следующему заданию. Edinburgh is the second most popular tourist destination in Great Britain, and it's not hard to see why. It's Midsummer Festival is one of the biggest in the world. Итак, у вас есть слово nation и одна минута, чтобы преобразовать слово и написать ответ в чат.
Итак, давайте посмотрим на перевод и правильный ответ. Эдинбург – второе по популярности направление в Великобритании среди туристов, и несложно догадаться, почему. Его летний международный фестиваль – один из самых популярных во всем мире. Правильный ответ – International. Данное задание требует от вас еще и знания страноведческого аспекта, скажем так, Шотландии. Итак, переходим к следующему заданию. Edinburgh is a delight to explore on foot. Most of its are contained within a compact central area. У вас есть слово attract и одна минута, чтобы преобразовать его и написать ответ в чат. Итак, давайте посмотрим на перевод и правильный ответ. Как правильно было написано в чате, правильный ответ – attractions. Изучать Эдинбург пешком – одно удовольствие. Большинство достопримечательностей удобно расположены в центральной части города. Правильно, достопримечательности во множественном числе – attractions. Так, переходим к следующему заданию. B15. With streets steeped in history and thriving scene, Edinburgh is offers a perfect balance between traditional and contemporary things. Итак, у нас есть слово culture, и у вас одна минута, чтобы преобразовать его и написать ответ в чат. Итак, давайте посмотрим на правильный ответ. Со своими улицами, окутанными историей, красочно отображающей культурные события, Эдинбург представляет собой идеальное сочетание традиций и временных вещей. Итак, правильный ответ – cultural. Переходим к следующему заданию. The area around the city has many towns and scenic villages, which are also great for exploring.
Итак, у вас есть слово history и одна минута, чтобы преобразовать его и написать ответ в чат. Итак, давайте посмотрим на перевод и правильный ответ. На территории вокруг города расположено множество исторических городков и живописных деревушек, которые тоже интересно посетить. Правильный ответ – historic. В данном случае нам не подходит historical, потому что разница между historic и historical в том, что слово historic обозначает что-то, что имеет историческое значение, исторические города и деревушки, в которых происходили какие-то события. Historical мы можем употребить по отношению, например, к историческим книгам, тем, которые написаны об истории или основаны на исторических событиях. Например, historical novel. Итак, на этом наше задание подходит к концу. Большое спасибо за внимание. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на ege70.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com/ege70. Если вам понравилось наше занятие, нажмите кнопку «Мне нравится» справа над чатом. До встречи через неделю!